Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале Хроники одного корода И пришла пора сажать помидоры высокорослые. Очень нравятся мне эти сорта. Сажала я их и в открытом грунте, и в теплице. Но для того, чтобы помидорчики наши угодили нам, чтобы помидорчики наши выросли крепкими, большими, нужны некоторые хитрости. Какие же из них использую я? Ну, во-первых, это земля. Землю я беру, и составляю, вернее, из трех компонентов. Первый компонент – это перегной, который я делаю у себя дома. Состоит он из настоящего коровника, еще из остатков растительной пищи. Это и кожура от картофеля и банановые шкурки все все что остается съедобного дома все это собирается в ведро и тоже выносится в огород в специальную яму плюс земля и еще второй компонент это э, готовый грунт который я покупаю в магазине это грунт специальный для томатов перцев и баклажанов в котором еще присутствуют удобрения, гуматы, бесхлорные удобрения и третий компонент, немного речного песка, который нам помогает сохранять влагу. Землю свою я держу в теплице при температуре минусовой. Если такая земля стоит несколько дней, она обеззараживается автоматически. Землю покупную я прокаливаю перед использованием в духовке, а песок речной сыплю непосредственно, когда вот мешаю землю. Перед вами сейчас именно земля, состоящая из трех компонентов. Из собственной земли, так сказать, моего производства, из покупного готового грунта и речного песка. Мешаю я вот таким пластиковым совочком. А насыпаю я ее в литровые банки для того, чтобы соблюдалась пропорция вот таким совочком, который изготовил мне мой муж из обычной пластиковой бутылки. Вот так я делаю землю. Так, пишите, подписывайтесь, как делаете. Итак, земля у нас с вами создана в, пропор... в следующей пропорции. 4 литровых банки, вот на такой тазик у меня, 4 литровых банки моей земли, 8, то есть 1 к 2 готового грунта и литровая банка речного песка. Сажать свои помидоры я буду вот в такие пластиковые контейнеры, если так можно сказать, из-под фарша. Делаю я это давно, они у меня многоразовые. Я Летом их вымываю в уксусной кислоте, с водой подержу, потом прожариваю на солнышке и хранятся они у меня зимой на чердаке. Так, Землю нашу мы рассыпали по, вот, по контейнерам. Обратите внимание, если у вас видно на видео, земля слегка дымится, потому что в конце я еще э, проливаю горячей водой, крутым кипятком. Не знаю, может быть, это уже лишнее после того, как я ее обработала уже дополнительно и прокаливала, и проливала марганцовкой, но так делала моя бабушка, и я к этому привыкла. В принципе, как бабушка говорила, хуже не будет. Вот. а это, обратите, кучка из семян высокорослых помидоров. Здесь 30 пакетиков. Не знаю, на чем я остановлюсь. Сейчас буду думать, пока земля у меня остывает. Вот в прошлом году я посадила 47 сортов. Ну, было немножко лишним, потому что сорта были разноцветные. Это было очень красиво. А вот для соусов не хватило красных помидоров. Поэтому сейчас, пока земля остывает, я подумаю, сколько сортов мне сажать в этом году. 17 у меня уже посажено гномов. 23 февраля обзор этой посадки уже я делала на своем канале. Смотрите, пишите, подписывайтесь. Итак, я сделала самый важный выбор этого года. Я остановилась на сортах помидоров. Некоторые из них мне уже знакомы, и я буду сажать их не первый год, третий, четвертый сезон. Это, например, сорт «Раритет». Этот сорт мне нравится тем, что он очень крупный, дает 5-6 цветочных кистей. Нижняя самая крупная, чуть-чуть поменьше верхняя, ну, примерно на 100-200 грамм. А вес помидоров нижних от 700 грамм. То есть э, в любом случае у вас на одном кусте помидоров будет около 5-6 килограмм. А то и больше вкусных, мясистых сочных помидоров. Вы можете увидеть их на фотографиях у меня на канале я их показывала и на этом видео они тоже будут показаны значит еще сорт фляшен это сорт э, черри значит, типа кассетных то есть это веточка удлиненных черри красного типа мне они очень нравятся помидоров много хотя они мелкие и килограмм на каждом кусте тоже несколько хотя помидоры примерно 30-40 грамм Значит, каждый помидорчик, ну, представляете, а э, на кустах висит порядка 5-6 килограмм вот за сезон вырабатывается, а то и больше. Ну, это как бы мое примерное видение точно я не подсчитывала. Фляшен-томат мне нравится еще и тем, что в прошлом году я впервые вялила помидоры и вялила их в электросушилке. Так вот, фляшен-томат для э, сушилки, для веления в сушилке. Идеальный вариант. И помидоры очень вкусные. Стояли баночки у меня с валенными помидорами в холодильнике до вот, э, февраля месяца включительно стояли бы и больше, но <laughs> мы все съели, хотя баночек было много. Долго останавливаться на сортах не буду, потому что в процессе съемок, в процессе сезона я их все опишу, расскажу и покажу. Остановлюсь немножко на новинках. Похвала Марины. но как я не могла сама Марина не взять себе такой сорт. Причем заявлен он еще и как очень урожайный. Вот Дальше. Yellow Staffer. Как видите, семена я разложила. Может быть, не совсем ровно, но я старалась. Значит, в каждом контейнере по несколько сортов. Сорта границы их разделены спичками или вот палочками для суши. Сейчас что мне останется? Я засыплю небольшим слоем почвы наши семена, чуть-чуть уплотню землю, притопчу ладонью, сбрызну это водой, потом все свои семена я помечу, то есть на боковых стеночках наших контейнеров будут номера которые будут записаны в мою записную книжечку и дальше я буду четко знать что например номер 18 это сорт пасхальное яйцо для меня такая расстановка это удобно удобнее ложек удобнее э, деревянных палочек на которых можно писать э, в, вопреки расхожему мнению мои Бирочки вот на контейнерах именно, они не падают, не расклеиваются скотч, э, сохраняются даже на чердаке. Я отрываю старые бирки, приклеиваю новые. И такое бывает. Мне такой способ очень удобен. Можно, как я говорю, уже и ложечками можно, и палочками тоже удобно, но каждый выбирает оптимальный способ для себя. Дальше я помещу семена в теплое место, где они у меня будут храниться. Ну а когда будет проклевываться рассада, я поставлю их на полочке с светом. И рассада у меня будет досвечиваться при помощи ламп. Работа моя готова. Семена посажены и коротко о маленьких хитростях первое землю я делаю сама в пропорции одна часть земли с перегноем своей вторая часть готового грунта и на 8-9 литров земли примерно литровую баночку из-под майонеза песка речного Второе. Семена я беру в частных коллекциях у проверенных поставщиков. Третье. Наши семена я раскладываю в горячую землю. Четвертое. Землю я прокаливаю, промораживаю, а еще дополнительно перед посадкой проливаю кипятком. Пятое. Рассаду сажаю несколько сортов в одну плошку, но намечаю специальными номерами и палочками от суши, спичками или зубочистками. И шестое. Для того чтобы все это уродилось, делаю э, это все с хорошим настроением. А еще повторяю бабушкин шепоток обязательно поворачиваюсь через левое плечо и говорю. Помидор, помидор, расти большой, здоровый, на радость мне и моей семье. Мне лично этот шепоток помогает. Моя рассада помидорная всегда всходит дружно, весело и практически все семена. Пока-пока! Всем здоровых всходов! Ну а вы Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.